Desert Eagle. 10 рублей в день. Ёмки, как, сука. Итак, играю в игру Solus Project. Ну, начало, сразу скажу, похожее на этот же Субнавтику, да, то есть прям тоже падаем в каком-то спасательном батискафе, падаем на землю, выживаем. И вот тут вначале предлагают, ну это в некоторых играх такое есть, да, например, в Dark Souls предлагают выбрать там для начала что-то, да, так и тут. То есть какое спецснаряжение я успел захватить? Чем-то на костюмы из Halo похоже. Я думаю, инъекцию нанороботов сделать. 15% стойкости к голоду, видимо, тут придется есть. Ну да, инъекцию нанороботов пусть будет. Нормально, сложно. Ну пусть нормально будет, я всегда на нормальном играю. Сложности, любые другие параметры могут быть изменены в любой момент игры. Ну, то есть широкие настройки тут. Температура, пусть... Ну да, то есть тут можно единицы измерения, там изменять, видите, звезды такой, звездопад очень мощный, но что характерно, на нас не падает ничего. КПК, наверное. Ну да. Тут как бы на русском интерфейс, но перевода, я так понимаю, на русский нет. То есть тут только интерфейс на русском. А ну-ка, секунду. Стоят у меня тут субтитры вроде стоят, не знаю. Шестое чувство я в настройках включил. Угу. Видите, это выживалка, дней прожито 0. Было найдено 0 из 118 секретов, но у меня по нулям, короче, все пока. КПК, по крайней мере, есть. Смотрите, у меня, судя по этому КПК, у меня 37 градусов Цельсия. И 33% то ли жажды, то ли голода. Короче, у меня нихуя нету, то есть поесть или попейте, или задачи какие-то. А, у меня панель с читами есть, но я не буду этим пользоваться, ладно. То есть, видите, пока, ну, как бы задач никаких нет, то есть это со свободным миром выживалка. С предметами можно совершать два действия, поднять и объединить, но объединить мне не с чем. Тяжелый универсальный камень. Видите, у меня на КПК сразу определяется. Камень тяжелый, универсальный тоже. А если объединить, попробовать? Острый камень, видите, я объединил, получился острый камень. Давайте тогда этот камень выбросим. А, и возьмем острый камень. Видите, им можно резать. Так, а где мой инвентарь? Можно посмотреть? А, у меня в инвентаре один камень, да, ну окей. Блин, прикольно вроде. Ну да, можно камни совмещать, типа ими резать. Смотрите, статус, сон, задача. А ну-ка. Предельный уровень здоровья 600 из 1000, вместимость инвентаря с 12 из 36. Прошло дней на глизе. А, это глиза называется, окей. Перки есть. Тут прокачка, что ли, есть? Заметьте, тут задачи в этой игре есть, но у меня пока задач нету. И есть сон. Игра сохраняется после сна. Или при использовании святыни спасения, или при смене уровня. Видите, то есть тут прокачка есть, это мне нравится. Я не знаю, мне надо сейчас спать или нет? Я, короче, пока не буду спать. Ладно, я так понял, тут ни хрена нету, пойдем дальше. Присесть, ясно все. Мне это, знаете, игру напоминает Ark Survival. То есть
Царство запустения. О, смотрите, глава первая. Тут, походу, сюжет есть все-таки. Глава первая написана была. Да, Ark Survival вот этими, то есть, заметьте, звездопада уже нету. То есть вот этот современный стиль, как бы, нано, да? Бутылка воды. Это я возьму. Консервы. По сути, мне все брать надо. Пособие. Если вы оказались в неприятной ситуации, исследуйте окрестности и поищите какие-нибудь полезности. Пока дела не стали хуже. Окей. То есть, видите, КПК как бы спасает. Блин, ну ладно, не умею я пользоваться инвентарем. Я не понимаю, как в инвентаре выбирать. А, все понял. Я так понимаю, мне то ли поесть, то ли попить надо, я не совсем пойму. Ну, попей. Интересно, а он всю воду сразу тратит? Да, мне надо было попить, я попил. А, он не всю воду тратит. А, у меня пустая бутылка, ее теперь пополнить надо, все, понял. То есть, как продумано, да? Можно даже пополнять, а не убрасывать бутылку. Труба. Возьмем. Консервы закрытые. Еще бутылка воды. То есть пустую бутылку можно выкинуть теперь. Потому что у меня полная есть. Окей, понял все. Вот. По-моему, тут жизнь по-любому должна быть. Потому что я вот там вдалеке научную станцию вижу. Вон там вдалеке. Кстати, тут ролик вначале был, да, но я не стал его записывать. Просто. На движке CryEngine 4 игра сделана. То есть, по сути, заебись. Да, ну и озвучка океана мне вот нравится. Приятная такая. Вон планета какая-то. О, новая точка назначения. Найти место, где можно укрыться. I need to report back to Prolos Command somehow. Better have a look around and see if anyone or anything made it. Короче, персонаж говорит, типа, надо осмотреться вокруг, мало ли вдруг что уцелело. Ну да, в самом деле. Точка назначения, то есть у меня квест появился теперь. Смотрите, видите, двигатель работает. Некоторые объекты излучают сильное тепло или холод. То есть в этой игре как можно замерзнуть, я так понимаю, как в как эта игра называется? В The Long Dark, я по ней тоже ролики делал, вот как в The Long Dark, типа. Можно замерзнуть, я понял. Энергия тратится, когда на шифте бежишь, ну я понял. Еще бутылка воды. Давай я тогда выпью. Постой-ка. Ну давай я выпью вот эту бутылку воды. И возьму тогда новую. Тогда будем вот, я не знаю, так делать. Не пропускать же воду, правильно? Еще пособие по выживанию. Как сделать факел? Заточите камень, у меня есть такой. Нарежьте сухого горючего материала и намотайте его на какой-нибудь предмет. Окуните в масло, если есть. Подожгите. Да, я думаю, очень легко будет на этом необитаемом острове масло найти. Надо деревяшку какую-нибудь поднести вон к тому, к реактору, ёпта, и он подожжется нормально. Так, по идее, в этой игре много пасхалок должно быть, я не знаю, что-то такого. Но это опять же, это смотря добавили разработчики или нет. Труба. Ну, у меня есть одна, ну, давай еще одну возьмем. Консервы, ну... Постой, я их съел, что ли, сразу? А, консервная банка. У меня есть две консервы и консервная... А, во-во, давай, съешь их. Есть, я, правда, я не вижу показателя, где голод мой. А, все, я, походу, понял. Вот тут... Калории и знак воды. Я типа это вот это получается. Голоден или нет? Да, да, на КПК я вон вижу. Калории и знак еды. Найти место, где можно укрыться. Ну да, тут можно, наверное.
А выпить пресной воды из источника. О, источник воды есть, заебись. Пещеры дают укрытие от неблагоприятных условий. Ну, это относительно, если эту пещеру затопит, например. Громко вода течет. Можно пить. А я только что пил зачем-то, но я ж не знал. Сухие корни можно поджечь, срезать. Вода можно пить. Тут, короче, неограниченный запас воды. Ну, это хорошо, у меня есть неограниченный запас воды. Какая там задача? Собрать еды? Мне куда-то на улицу показывает. Сейчас я звук потише сделаю. Что-то очень громко там вода шумела сейчас. Громкость окружения. Громкость эффектов других звуков, ну вот так примерно. А так, насколько я понял, я что-то за исследователя или за ученого играю. Там вначале было написано что-то при создании персонажа, я не обратил внимания. Растение съедобно, 126 калорий и 0,2 воды. Ну давай. По-моему, в прошлый раз, когда я тут проходил, это еды не было, да? Так, теперь задача. Найти что-нибудь, что можно поджечь. Короче, это типа обучение, я так понял, да? Если что, в верхнем левом углу это таймер я включил. То есть таймер, сколько я в эту игру играю, если что. Вот 7,5 минут. Ну так, на всякий случай. Сухие корни можно срезать. Да, я могу срезать. Соединить трубку и коренья. Не зря я трубку все-таки подбирал. Давай так. А, черт. Нет, надо тогда коренья выкинуть вот так. Взять в руку трубку. Да... Что ты делаешь? Соедини. Блин, а как соединить? На какую кнопку? О, объединил. Во-во-во. Гений. Соединить трубку, видите, это типа факел, но это такой себе факел, трава-то быстро горит. Теперь нужно найти масло и смочить им факел. А, у меня все на карте показано, куда бежать, где что. Я так понял, ей драться можно этим факелом. Ну да, в принципе, логично. Так, масло можно применить. Есть. Есть. Зажечь факел. О, я так вот... Я же говорил надо об этот, об реактор вот об этот. Правда, смысл в том, что меня самого скорее сожжет, чем я факел подожгу. Ну ладно. По сути. У меня экран красный, меня ёбнет сейчас. Реально меня ёбнет, 70 градусов температура, ёбт. Мне точно сюда надо? Ладно, короче, очень быстро сейчас. Все, поджог. Пиздец, там 90 градусов температура, блядь. Как я вообще выжил? Правда, непонятно, зачем факел, потому что еще тепло, светло, как бы акт первый, пробуждение. Глава первая, акт первый, получается. А что тут исследовать, я ж вроде... Тут, кстати, смена дня и ночи есть, если что. Соединение установлено. Мне кто-то передать что-то хочет. Солус 3, это командование Пролуса. Призываем с палубы 50-го линейного корабля. Проводим проверку статуса. Мы получили от спутника беспорядочные аварийные сигналы. У вас все в порядке? Мы уже давно не получаем показания от вас. Не хочу нагонять на вас панику, но другие корабли колонии начинают нервничать. Если у вас получится, у нас впереди будет 15 лет путешествия. Мы надеемся на вас. Пролус, конец связи. Видите, то есть получается, что у нас целая колония с кораблями была, и тот корабль, в котором я был, как назло, ёбнулся.
А, ты подбери его. Так, есть у меня еще трава для факела. Я вот даже хер знает, куда дальше бежать. Да, короче, есть. Вот со мной только что связались с другого какого-то корабля, только я не знаю, как в ответку с ними связаться. Тут какие-то проценты показаны, только влажность или что-то, я не совсем понимаю. Не знаю, я пока никаких других живых организмов не обнаружил. Пока задача у нас просто исследовать, ну тогда идем исследуем. А ну-ка. Исследовать местность задача, ну да. Я так понимаю, дело к ночи. Да, дело к ночи. Да, можно драться этим факелом, но пока не с кем. Тут, я так понял, есть какая-то прокачка, какие-то перки, только я без понятия, как их брать вообще. Я так и знал, что это сейчас раскроется, цветок. Ну ладно. Мне кажется, скоро поспать надо будет. Так, давайте еду соберем. Я пока сыт, получается, но пригодится. Костер. Твою мать, я эту еду не собрала, поджег случайно. Блин. Я собрать хотела, а не поджигать. Ну ладно. Не на ту кнопку нажал. Угу. Какие-то звуки подозрительные, какой-то призрак или что-то такое. А ну-ка, еда. А, это не еда, это растение. Постойте. Не-не, растение это еда. А ну-ка. Мне, наверное, надо с факела перейти. Блин, а как подобрать просто еду? Твою мать, я не пойму, как... Вот, я съел. Теперь можешь... Эй, а как... Блин, я не на ту кнопку, что ли, жал, сука. Все, нормально подобрал. Ладно. Да, темновато без факела все-таки, темновато. Видите, прям на глазах стемнело. Я не знаю, куда идти вот. Можно вот сюда, а можно туда. Ну, пойду сюда. Опять сообщение какое-то. Смотри, там задача какая-то впереди, излучение какое-то идет. Да, там типа эхолокатора стоит. Царство запустения 2. Да, вон какое-то излучение. Точка назначения достигнута. Исследовать местность. Попасть в пещеру, исследовать источники звука. Да, да, тут какие-то... Чёрт, тут металлоломом все захламлено. А что если я возьму, например, вот этот камень... И раздолблю все, не получится, черт. Угу. Да, реально звуки странные, как там летучие мыши воют или что-то такое. Ну, ночью тут достаточно стрёмно, кстати. Вот именно ночное время.
Так. Снимок экипажа, снимок собаки какой-то. Если ваше судно потерпело крушение, соберите из обломков столько полезных вещей, сколько сможете. Логично. Прежде чем уйти в более безопасное место. Даже самые простые вещи могут спасти вам жизнь, если использовать их правильно. Ну, ясно. Ну, я там вроде ничего полезного не видел. Вот тут что-то лежит. Какой-то механизм или что-то. Гнев Утуку, ни хрена себе. Артефакты, это артефакт. И спецснаряжение с корабля позволяют расширить возможности вашего организма. На экране статуса можете посмотреть текущий вектор от улучшений. Ни хрена себе, а как это я пропустил целый артефакт? Так, а как его активировать или что? Не знаю, ладно, артефакт есть, хорошо. Еда еще есть, но у меня еда есть пока. Не совсем пойму тут, как пройти. Ну ладно, это в следующей части уже. В следующей части прохождения следуем. Уже достаточно долго снимаю. Вот лайк, подписка, все дела.